увеличиваем до 2000 почти. До 400. До 400. Где еще резерв будет? Давайте смотрим. В селе Перхушково идет реконструкция очистных сооружений. Все необходимые работы здесь проводят с применением современных технологий и оборудования. Как проходит обновление объекта, проверил глава муниципалитета Андрей Иванов. Оборудование импортное, в основном российского. Проблем с обслуживанием не будет потом? Есть везде, у всех представительств в России. То есть технология очень похожа на новую линию горок десятых. Вот, то есть тоже технология нитридонитрификации до фосфатации, скребковый отстойник горизонтальный. А еще здесь построенный блок биологической очистки и административно-бытовой корпус. Скоро начнутся работы по монтажу технологического оборудования. Кроме того, чтобы избежать неприятного запаха, на объекте установят специальные фильтры очистки воздуха. Данные очистные сооружения строятся с целью расширения, увеличения мощности. Старые очистные сооружения были на 1000 кубических метров, новые сооружения в 4 раза больше, 4000 кубических метров. То есть строится под развитие жилого комплекса равновесия, где появится 9000 новых жителей. Вот, соответственно, очистные сооружения должны отвечать всем современным требованиям. Реконструкция очистных сооружений в селе Перхушково выполнена на 60%. Темп сбавлять не собираемся, отметил Андрей Иванов. Очистные будут достроены, мы их точно введем. И, честно говоря, очень гордимся тем, что запахов тут не будет. И, на мой взгляд, для людей это реально важно. Реконструкция проходит без остановки притока воды. Очистка ведется на уже существующих очистных сооружениях. Завершение работ на объекте планируется в конце 2022 года. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».